Здравствуйте! Прошла неделя, и с вами новый выпуск «Запой уступательным». А так как, судя по последним новостям, вы стали богаче, включайте ваши супердорогие гаджеты, прибавляем громкость и делимся запоем с вашими соседями. Мы встретимся с тобою в 2020-м. Вопросом будет первым. Деньги есть? В 2000-х их мало, сейчас же их навалом. У населения купюр не счесть, богатеть. Мы год от года будем впредь в жару и холод в казино. Метаю фишки у меня в деньгах излишки. Российский справедливый бюджет. Если подпишешь законы про федеральный бюджет и увеличишь расходы на пистолет, бронежилет, все для грядущих побед, все для побед. Кто же тогда росгвардейцев от переломов лечить станет тогда? Вот так беда, как же нам всем теперь жить? Как теперь жить? Соцвыплаты все пропали, куда же теперь нам бежать? Думайте сами, решайте сами, прибавка или уменьшать, прибавка или уменьшать. Жалоба депутата. Дисциплина строгая, плюс квартира скромная, жесткие условия у Госдумы есть. Если заболеешь ты, то накажут денежно. Перестал от голода я собой владеть. А мы бежали, а мы не знали, как успеть за 20 минут поесть. Есть задание, заседание, и на нем сидеть, как итог худеть. Жалеем знакомых депутатов и не только знакомых в комментариях. Встретимся с вами через неделю. Пока-пока. С вами был Запой с Туватиным.